Мужик. Мы приехали в один город, население в нем 500 000, благовествуем, раздаем нашу газету «Благодать», рассказываем о Христе. Один средних лет мужчина повертел газету в руках. «Не-а, меня это не интересует», и вернул ее. Газета тут же живо отправилась к другому прохожему. На следующий день в другом районе города продолжаем праздник благовестия. Даю одному мужчине газету. Он взглянул на нее и раздраженно сказал: «Я же вчера вам сказал, что меня это не интересует». Я удивленно подумал: «В этом 500 000 тобой кто-то определенно интересуется», и передал газету другому человеку. На третий день мы благовествуем у клуба железнодорожников в третьем районе. Собрание уже начинается. По тротуару бежит мужчина с двумя чемоданами. Его останавливает наша благовестница. Приглашает на собрание. Он посмотрел на часы. Ну вот, опоздал на поезд. Замечательно. Пойдемте на собрание. Со сцены звучало Евангелие и приглашение принять Христа как своего Спасителя и подойти к сцене. Много людей подошло. В толпе поднял руку один человек и сказал: «Ну, мужик, ты меня достал». «Ха, если бы ты знал, какой мужик тебя достал». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 10 стих.